Самые крупные человекообразные обезьяны – гориллы. Рост взрослых самцов, как у высокого человека. Зато их масса может превышать 250 килограммов. Обитают гориллы в глухих экваториальных лесах Африки, обычно группами из 5-20 особей, возглавляемые старым самцом-вожаком. Несмотря на грозный вид и огромную силу, гориллы – миролюбивые и исключительно растительноядные существа. Днем бродят по земле в поисках корма, а на ночь устраивают спальные гнезда, иногда на земле, иногда на деревьях. Размножаются гориллы раз в 4-5 лет. Самки продолжают заботиться о своих детенышах до трехлетнего возраста.